С середины июня на трех городских маршрутах трамвайно-троллейбусного управления заменят подвижной состав. Для тех, кто уже купил льготные проездные на эти три маршрута, решено сделать действительными проездные на троллейбус в автобусе, автобусные в троллейбусе. Поэтому для удобства пассажиров льготные проездные на троллейбус будут действительны и на автобусных маршрутах, и наоборот, вплоть до конца месяца. Краснодарцам стоит обращать внимание, что это касается только маршрутов, на которых заменят подвижной состав. Это номер 9, номер 14 и номер 31, рассказали нам в департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы. Напомню, что уже на этой неделе на троллейбусных маршрутах номер 9, больница-лечебница, автовокзал Южный, и номер 31, улица Домбайская, железнодорожный вокзал Краснодар-1, троллейбусы заменят на низкопольные автобусы с кондиционерами. А на автобусном маршруте номер 14, больница-лечебница, Комсомольский микрорайон, автобусы, наоборот, заменят на троллейбусы. При этом по Комсомольскому микрорайону движение будет организовано по улице Сормовской вплоть до улицы 1 мая.